Вот он. Разрушим, и гор не сможет остыть. Вот он, теплоотвод. Это здесь. Сейка, не хочешь сама? Конечно! Вот так! Я вытащу второй! Сработало! Экстренное охлаждение включено. Ой-ой! Ближе. Подойти ближе.
Пушка. О! Сюрприз. Уворачиваться на нем непросто. Тебя ждет вынужденная посадка. Надо бить по теплоотводу. Надо туда подняться. Полезу по ноге. Не догонишь! Это мой шанс! Залезть на идущего гора. Ну да, легко. Зато ты не приманка! Лети прямо!
смотреть. Я никогда Давай! Не проиграю. Ты уже рядом! Вот это мне сейчас повезло! А ты понаглее, сестры. Мне это нравится. Сработало! Теплоотвод уязвим! Нагреем его! Нужно ловить момент. Бей по теплоотводу. Тебе конец, насекомая. Это и есть ваш план? Смешно. Берегись! Огненный дождь! Он не слушается! Наверное, там стало жарко. Не знаю, как долго смогу его отвлекать. Сделай, что сможешь. Что он делает? Отключился? По-моему, он охлаждается. У нас есть шанс. Держись пока в воздухе, я на разведку. Нет, это еще не все. Берегись, Алой! Гор тянет к тебе руки! Как страшно. Момент истины, Алой. Посмотрим, чего ты стоишь. Чем помочь? Оставайся там, смотри в оба. Хорошо! Вот так! Я вижу теплоотводы на руках! Поняла. Он готовится атаковать! Но! Красота! Ой-ой, задние люки открыли!
Он будет стрелять! Яблочко!
дело пошло. Элай, снизу! Берегись, Элай! Тебе не победить. Смирись с этим. Попасть внутрь, пока Лондрей их не починил. Свет. Может, он идет изнутри? Вон там брешь. Пролезть бы через нее. Наверх и найду его. Лондра подключился к машине напрямую. Этот. За счет этого он уязвим. Лондра, спи. Этот механизм должен меня выдержать. Лондра подключился к машине напрямую. За счет этого он уязвим. Лондра спереди у вычислительной сферы. Вот она, паразитка! Попробуй догони! Как ты там? Потихоньку, а ты? Он пару раз пытался меня сбить, но я увернулась. Продержись еще немного. Так, я пройду в переднюю часть. Как мне
мне тут перебраться? Эти люки недолго остаются открытыми. Будь наготове. Ах, это ты, незваная гостья. Умри! Этим не спасешь. У меня есть много чего еще. Я сказал, сдохни! Не надейся. Даже не надейся! И вот ты бьешься в агонии. Визор может помочь. От этих разрядов можно увернуться. Подпалил тебе косы. Завязывай. Ах ты, паршивка! Что, не нравится? Так, надо и дальше бить по коннекторам. Ты себе позволяешь? Да сдохни ты! Там распределитель. Может, так вырублю энергию? Пора тебе умереть. Сейчас
Тебе меня не победить. Я создам новый мир, где меня будут обожать. А вы будете гнить заживо. Пока вашу планетку не раскромсает Немезида! Ну, как скажешь! Это тебе! Хватит отплясывать! Покончить с этим чудовищем. Как машина полыхает! Уходи оттуда! Еще чуть-чуть. Великан с ножом, муравьем. Возможно. У тебя, правда, талант все портить, Элой. В голове машины. Вытащи меня скорей! Да, сейчас! О, зараза! О. Хватайся! О, держись! Победили. Не представляю, что думают обо всем этом в поселении. У них на глазах восстал железный бес. Вот доложишься адмиралу и узнаешь. Иди, ничего. Я догоню. Ну, сильно не задерживайся. Сайленс, все кончено. Лондра мертв. Прекрасно. Но без боя он не сдался? Можно и так сказать. Натравил на меня Гора. Правда? Такого врага очень непросто одолеть. Даже тебе. Мне помогла одна из твоих. Высылаю данные с импланта Лондры. Посмотри, что там. Дневники Лондры могут стать кладезем находок. Я сообщу тебе, если что-то узнаю. Спешить теперь некуда, и можно разведать территорию. Или могу пойти в конец флота и вернуться с Эйкой. Thank you.
Тебе скоро засыпать? Не толкайся! Элой, когда Железный Бес поднялся с холмов, это было словно возвращение в годы пепла. Сама мысль, что вы вдвоем разгромили его, потрясает воображение. И это даже не самый главный твой подвиг, с моей точки зрения. Спасибо тебе за спасение наших братьев и сестер. Что тут еще сказать? Мы у тебя в долгу. Я лишь прошу, чтобы моей подруге воздали за все ее старания. Непременно воздадим. Он не отберет у тебя визор? Я задаюсь тем же вопросом. Нет, визор тебе нужен. Вот почему. Сейка, это Альва. Вам нужно скоординироваться, чтобы воссоединить экспедицию. Вы это мне рассказала. Я так рада вас видеть. Вы бы слышали, как радовали жители причала, когда узнали, что другая половина флота уцелела. Искатель Альва. Какая честь. И для меня. Ну, все детали можем обсудить потом. А сейчас вы разве не должны праздновать свою победу над Зенитом и над Гором? Идите. Пока-пока. Честно скажу, в праздниках я ничего не смыслю. Даже не знаю, с чего начать. Ну, я моряк. Мы обычно начинаем с выпивки. У нас была трюмная бурда. Это спиртное, которое гонит из всего, что не успело стухнуть. А, звучит очень заманчиво. Это пойло не для новичков. Ты пока не готова. Ладно. Но я хотела бы кое-что обсудить с тобой. Приходи туда, где мы впервые встретились. Ладно? Ладно. Приду.